Европейские фондовые площадки закончили сессию понедельника без единого настроя. Позитивные данные о росте занятости с рынка труда США, пришедшие в пятницу, все еще оказывают биржам поддержку. На другой чаше весов слабая статистика о состоянии промышленности Китая, а также снижение агентством Fitch кредитного рейтинга Италии, которая теперь покинула группу А, список стран с наиболее надежным рейтингом. Нефть Brent подешевела до $109 за баррель. На настроение трейдеров оказали влияние слабые данные из Китая, а также новости об увеличении объемов добычи нефти в Саудовской Аравии. Курс евро стабильно держится на отметке в $1.30. Российские рынки, несмотря на нефтяной фактор, завершили торги в зеленой зоне.